Как вы считаете, почему именно Беларусь и Россия остались самыми близкими союзниками? Ну, из-за того, что Беларуси просто невыгодно иметь плохие отношения с Россией. Беларусь во многом очень сильно зависима, и также России нужен хороший партнер на границах. Ну, мы исторически связаны. Всю жизнь прожили вместе, я так думаю. С симпатией относимся друг к другу, потому что славяне. Культурные традиции во многом совпадают, поэтому, наверное, в современном обществе нам проще найти общий язык друг с другом. Схожесть режимов, может быть, как-то там авторитарный режим, тут авторитарный режим. Беларусь это всегда была часть Российской империи, на очень долгую часть Советского Союза. Это единое социокультурное и религиозное пространство, которое объединяет прежде всего. Белая Русь, просто Русь. Славянское происхождение, вероисповедание одинаковое.